Первые итоги осенней призывной кампании объявили сегодня на пресс-конференции в Ангарском военкомате. В этом году в армии призовут 330 ангарчан. Сотрудники отдела разнесли по адресам почти 2000 повесток, хотя оповещение призывников уже не входит в их обязанности. Сегодняшнего призыва с осени за оповещение призывников отвечает муниципальное образование. То есть не мы непосредственно, как это было раньше в законе заложено, военкомат оповещает, а образование. Почему? Это, во-первых, правильно, потому что представитель призывной комиссии кто? Не я, а вот представитель муниципального образования. За мобилизацию кто отвечает в полном объеме? Глава района города, не я, я заместитель. Понимаете? Нововведение, скорее всего, не повлияет на призывную кампанию. По крайней мере, так называемых уклонистов уж точно меньше не станет. По достижении 27 лет они получат военный билет. Специальная пометка в документе ограничит его обладателя в выборе профессии.